8 августа в Казанском федеральном университете состоялось заседание ученого совета Республиканского научно-исследовательского института интеллектуальной собственности. Традиционно на повестке дня стояли вопросы о интеллектуальной собственности как инвестиционный ресурс современной экономики России, также условия и перспективы развития регионального рынка. На совете обсудили и решили несколько вопросов по тематике функций ИС в инновационной экономике. Если нет национальных правил, то действуют правила корпоративные. Транснациональные корпорации, которые зарабатывают на нашей территории 130 миллиардов долларов США ежегодно в области авторских смежных прав, естественно, гнут свои правила. Они ничего противостоять было нельзя. И органы защиты от недобросовестной конкуренции, если нет национальных правил, потребовать не исполнять корпоративные правила, к сожалению, как и в судебном порядке. Были выявлены ключевые направления в реализации совместных и национальных мер, такие как необходимость балансирования бюджетных систем, диверсификация экономик. Аурелия Сташкова, Олег Обочаев, Универньюз.